мы пойдем с вами в гости в одну очень интересную семью, необычную семью, мультипликационную. В их фамилии есть звук Р. Кто-то догадался? Барбоскины. Все знают Барбоскина? Да. Да, мы сегодня пойдем в гости к Барбоскинам, в эту необычную и интересную семью. Вам все знакомы члены этой семьи? Но мы не просто с вами пойдем к ним в гости. Барбоскины приготовили для нас разные задания, которые мы с вами будем выполнять. Мы научимся правильно говорить звук Р, произносить его слова и фразы. Так, ну что, пойдем? Нас встречает с вами папа Барбоскин со своим ноутбуком. Что видит Барбоскины на папином ноутбуке? Хотите узнать? Да. Давайте сделаем вместе с ними артикуляционную гимнастику. А картинки нам в этом помогут. Посмотрите, что на ноутбуке? Какая картинка? Окошко. Окошко. Вспоминаем с вами, как мы делаем окошко. Рот открыли, закрыли, открыли, закрыли, открыли, закрыли. Молодцы! Следующее упражнение. Почистим зубы, да. Поднимем язычок наверх, почистим верхние зубки. Упражнение чашечка. Андрюша, рот открыт. Широкий, широкий. Улыбнись немножко. Ага. И загибай края языка. Умница, Артем. Лучшая чашка. Следующее упражнение. Индюк. Индюк. Надо говорить, надо язычком двигать. Из одного лапка рта в другой. Не надо лекать. Хорошо. Грибок. Грибок. В рот язык. В рот. Угу. И приклеивается там. Спасибо. Маляк. Красит. Угу. Малыш Барбоскин не умеет рычать. Давайте научим его рычать и поможем ему дойти до зайки. Язык подняли кверху за верхние зубы и порычали. А теперь давайте по очереди. Андрей. Артем. Малыш Барбоскин научился рычать. Повторяй слоги вместе с малышом и лови косточки. А я тебе помогу. Ра. Ра. И. Потяни звук Ра, чтобы его хорошо было слышно. Ра. Умница. Малыш подрос. И сегодня у него день рождения. Давайте вместе с малышом задуем свечки на торте. Только задувать будем так. Воздух вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Плечи не поднимаем, щеки не надуваем. Приготовились? Посуду, название которой встречается звук Р.
девушка. Сотрудница. Мама. Мама приготовила ужин. У каждого своя еда. Как Барбоскин скажет про свое блюдо? Игра жадина. Дедушка скажет про борщ через как? Это мой борщ. Да. Как зовут этого героя? Ружо. Как бутерброд. Умница. Мой бутерброд. Артем, как малыш скажет про пирог? Это мой пирог. Так. Тася, смотрите, сейчас очередь дойдет. Тася, про рыбу как скажет Лиза? Моя рыба. Да. Матвей, пюре. Картофельное пюре. Как скажет? Мама, это мое пюре. Да, это мое картофельное пюре. Да. Про сыр. Как скажет Роза? Это мой сыр. Гена проводит эксперимент. Назови то, что у него получилось. Игра один и много. Грузовик. Грузовики. Очень сильно. Ворона. Погромче, не бойся. Еще раз нажми. Кто это? Корова. Корова. Рим. Лиза сластена, она обожает мороженое. Расскажите, какое мороженое купила Лиза? Виноградное. Виноградное? Мороженое. Мороженое. О, вот Лиза купила виноградное мороженое. Персиковое. Умница, молодец, персиковое мороженое. Черничное мороженое. Отлично. Брусничное мороженое. Ягоды похожи на бруснику. Как эта ягода называется? Растет в саду. Но она бывает кислая, да. Называется она смородина. Да. Красная смородина. Смородинное мороженое. Какое-какое? Смородинное мороженое. Смородиновое, да? Какое-то мороженое. Так. Три. У Розы много модных вещей. Но посмотрите, какой в комнате беспорядок. Давайте назовем, где лежат вещи. Фартук на кровати. Кто мне поможет, назовет? Артем. В шкафу. Что в шкафу? Только это гардероб. Гардероб. Что в гардеробе? Куртка. Вот скажи полным предложением. В гардеробе куртка. Так, кто еще мне назовет, где лежат вещи? Андрей? Кроссовки на полу. На ковре. На ковре. Угу. Так, Артем еще хочет сказать? Ролик на полу. Угу. Тоже на ковре, да? Так, а вот такое. Как его? Перчатки. Рукавицы. Рукавицы лежат на столу, на столе. На картине. За картиной, да? А свитер? А свитер на полу. Ну где же на полу? Тут где свитер спрятался? В коробке. Да, свитер в коробке. Тась? Шорты на стуле. Ага, на кресле, да? Матвей? Перчатки на полу. Угу. И фартук. На паркете, да? Фартук на полу. Где же на полу-то? Я же вот говорила. Вот рядом с телевизором. Это сарафан. Сарафан на полу. У телевизора, да? Да, у телевизора. В слове каком? Р. А слово какое? Назовите. Ручка. Ручка. Я первый сказал. Я уже отгадала. Следующая картинка. Улей, значит, Друг. Дружба. Да, молодцы.
ребята.